Hi guys, welcome back to Junris Vlog. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasibo to our Russian friends. How are you all guys? I hope you're doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is foreigners' comments about Russia. And this is our part 15 of our video reaction. Amazing video from Russia. And credit to the owner also with the video to tablet for memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Let's get to it. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новая 145-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев» под видео о России. И сегодня у нас такой интересный боевой выпуск, ну что, поехали. А первое видео — это реакция иностранцев на только-только прошедшие учения, которое называется «Запад-2021». Exercises 2020. Давайте во время видео сразу почитаем комментарии иностранцев. Первый, как американец, я хочу сказать, что это позор, то, что у Украины такие плохие отношения с Россией. Теперь украинский президент это западная марионетка. Очень грустно. Оставайтесь сильными, Беларусь и Россия. Следующий комментарий. И помните, что Соединенные Штаты и НАТО не смогли, блин, справиться даже с пещерными людьми в сандалях. И вот мы хотим воевать с Россией, да. Ну чё, так у них бороды видел, какие большие, страшно. А еще говорят, что они знают, как вызывать дождь. Следующий комментарий. Потрясающий. Дальше. Россия, Беларусь, один народ. С любовью и уважением от православной Сербии. Дальше. Храни Господь Россию. Пожалуйста, освободите нас от Байдена. Дружище, я думаю, довольно скоро время освободит вас от Байдена, но легче не станет. Там Камала Харрис на очереди. Следующий комментарий. Я принимал участие в учениях НАТО. И мы там даже шутили на этот счет, когда шли позади вот этих вот мотивированных американских войск. И на протяжении многих лет мы вообще ни разу не смогли полностью успешно завершить учение до установленного времени. А вот это просто другой уровень. Гораздо выше. Неудивительно, что у нас тут побаиваются. Следующий комментарий. Это впечатляюще. Дальше. Наши враги, вон, как будто тренируются к суперкубку. Тем временем мы тут обучаемся социальной справедливости. Да, видели мы, какие вы мастера социальной справедливости. Вон, расскажите про это афганцам. Следующий комментарий такой шуточный. Да, ну а вот у них есть в войсках специальные местоимения для их солдат. Нет, не думаю. Да, в американской армии сейчас солдат может спокойно сказать генералу: «Сэр, мое местоимение — она, они». Генерал ему такой отвечает: «Какой сэр? Я мэм, придурок». Следующий комментарий. Побейте этого дядю Сэма и всю его инклюзивную армию. Да, вот в чем они нас обходят, так это в инклюзивности. Не удивлюсь, если скоро у них там каждый десятый солдат должен обязательно быть сильно загорелым, одноруким и какой-нибудь экзотической ориентацией. Следующий. Россия — это лидер свободного мира. Да, благодаря американцам мир так думает больше и больше с каждым днем прям. Следующий комментарий. Тем временем в НАТО внедряет гендерное обучение в свою военную доктрину. Для того, чтобы две мамы Эммы поскорее вступили в армию. Ага, одна другой будет снаряды подавать. И последний комментарий. Оставайся сильной, матушка Россия. Да, это серьезные бойцы. Друзья, знаете, где еще есть серьезные бойцы? В игре Raid Shadow Legends. Вы давно не пробовали чего-то нового, интересного? А вы когда-нибудь побеждали владыку демонов? Или разрушали ледяного голема? Поднимались ли вы на вершину роковой башни? И как насчет сражений с миллионами реальных игроков на арене? В этой игре вы можете исследовать миллионы комбинаций героев и овладеть бесчисленными тактиками, сражаясь с разными боссами. Здесь огромное количество разных фракций, более 25 миллионов игроков по всему миру. Так что нового в этой игре? Прошли огромные обновления роковой башни, и вам предстоит сразиться с двумя гигантскими новыми боссами. Темная фея Астроникс и Бамал Чудовищный. А также появилась новая функция Супер Рейды. Супер Рейды позволяют вам удваивать награду за прохождение подземелья и значительно ускорить ваш прогресс. Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код, качай рейд по моим ссылкам и в качестве бонуса получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы, там всякие пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чонору.
Ух, а мы переходим к следующему видео о реакции иностранцев на то, что газ в Европе подскочил до 1000 евро за 1000 кубометров. Вот с этими новостями, что цены на газ пробили исторический максимум, многие люди здесь уже очень сильно озабочены по поводу тех тяжелых решений, которые им придется принимать. Я очень волнуюсь по поводу роста цен и как это повлияет на мои счета и на что мне жить потом. Что останется от моей зарплаты в конце месяца, это сложно посчитать. Я отапливаю свой дом газом, и они каждый год поднимают цены. И вот приходит время, когда мы уже не можем позволить себе нормально отапливать свой дом. Да, это стало действительно большой проблемой здесь, в Европе. Ну так а чё, вам же Путин когда-то прочитал вот этот стишок? А у нас в квартире газ, а у вас? Плохо слушайте, читайте между строк. Переходим к комментариям. Первый. Вот эти зеленые с их экотеррором всех нас угробят в конце концов. Ну правильно, зато новозеландский утконос будет чувствовать себя классно. Следующий комментарий. Цены на газ те же самые, просто деньги стоят меньше. Из-за инфляции. Правительство и центральные банки печатают слишком много денег. Ну, есть в этом правда, но не совсем. Следующий комментарий. А еще даже не зима. Подождите до декабря, января, февраля, вот это будет интересно. Да, я думаю, к этому моменту это уже точно включат Северный поток, и Европа будет просить, а можете еще один Северный поток 3 провести нам, пожалуйста? Следующий. Евро теряет свою ценность. Приходится платить больше евро для того, чтобы купить то же самое количество топлива. Вот что происходит, когда вы печатаете евро с такой огромной скоростью. Европейский Центробанк виновен в этом частично, но они не хотят, чтобы мы это понимали. Следующий комментарий. Европа, зима близко. Надеюсь, ваши ветряки работают зимой? Да, ветряки, солнечные панели вообще шикарные. Хомячки с рекуперацией. Дальше. Так вот, почему нам нужен Северный поток 2? Возможно, всего на несколько лет для того, чтобы поддержать европейский и российский зеленый переход. Ну, пока для России это зеленый дождь, особенно для Газпрома. Цена за 1000 перевалила. И последний комментарий. Ну, конечно, там такое произойдет. Вот ветер дуть перестал, чего вы ожидаете? Да, муж домой приходит и говорит, дорогая, хочу сегодня посмотреть телевизор. Она говорит, муженек, не получится, ветра нет. А мы переходим к следующему видео. Это реакция иностранцев на то, что в ответ на выдворение российских журналистов из Великобритании наши недавно сделали кое-какой зеркальный ответ. Московский корреспондент BBC покинула сегодня Россию. Она была выдворена их службами безопасности. Они назвали ее угрозой национальной безопасности. И вот Сара Реджмонд первый свой репортаж провела для BBC в Москве больше 20 лет назад. Вот как раз Путин пришел к власти. И ей сказали, что теперь она никогда не сможет въехать в Россию. А также они заявляют, что это в ответ на то, что мы выслали российских журналистов из Великобритании пару лет назад. Вот так они обращаются с независимыми журналистами и политическими активистами в России. И вот что нам расскажет Сара. И это был тот момент, когда я поняла, что меня выдворяют из России. Согласно с каким-то новым законом, я теперь угроза национальной безопасности. И мне теперь нельзя приехать в Россию. Вам отказано во въезде в Российскую Федерацию. Бессрочно. Слушай, а чего она такая расстроена? Россия — это же такая ужасная, жуткая страна, где медведи бьют всех балалайками, и Путин стреляет лазером из глаз по честным, невороватым оппозиционерам. Странно, что она так расстроилась. Переходим к комментариям. Первый. Держи своих друзей близко, а врагов еще просто выпни их и все. Они за ней следили там на протяжении 20 лет. Ух ты. Да, Путин лично, говорит, следил за ней. Сквозь щелочку. Следующий комментарий. Ну и что, Сара, хорошо. Возможно, Владимир Зеленский даст тебе журналистскую визу. Следующий комментарий. Честная журналистка. Листка? Ну это уже полная лажа, слушай. Следующий. Очень хорошо, это даже облегчение, что ее выдворили из России. Мир уже наелся вот этой вот западничиной, которая лезет из всех щелей по всему миру каждый день. Британия вообще относится как к должному, как будто все страны это все еще ее колонии. Следующий. Да, конечно, это классно, что BBC рассказывает нам о разрушающейся российской демократии, в скобочках, что, конечно, факт. Тем не менее, как в Британии демократия рушится на глазах. Они это не замечают. А мы можем вообще BBC выдворить из Великобритании тоже, пожалуйста. Им все равно, по-моему, Британия не нравится. И последний комментарий. Вот мне кажется, что Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден могли бы нам много рассказать о свободе, о журналистике на Западе. Да, в этом году двойные стандарты вообще зашкалили. Вон, они сами признались, что взяли и уничтожили целую семью с детьми ударом с дрона. И ничего, никаких санкций, даже никаких увольнений. А Навальный в тюрьме не так слишком громко пукнул, все, сразу у всех жуткая озабоченность и санкции лезут. Друзья, я хочу поблагодарить несколько человек, которые недавно поддержали канал. Большое спасибо за поддержку Лёле. Также очень благодарен Татьяне Валентиновне, Наталье Юрьевне, Александру Сергеевичу. А также благодарен Сергею Якимову, Геннадию Прохорову, Павлу Карманову, Антону Макроносову, Федору Зубенски и Анне К. Они стали спонсорами канала. Друзья, огромное спасибо всем за поддержку. А на сегодня это все. Берегите себя. Всего вам самого доброго. Wow, this is truly an interesting video. Tablet for memory, an issue will always be an issue forever, the issue of Ukraine and Russia. This has been long like a problem that existed that
I think it's not yet been accepted by the Ukrainian government. Oh my God. This is like a very nice video also comment from the foreigners that they really want to be protected and have peace. And another issue is that everywhere in the world is the gas price hike, that everything will be affected. The main result of the exercise also of the West is definitely the reaction of foreigners, especially with various Russia pubic tabaki. Oh my God, there always been an issue like they don't like about the Russia, how the Russia did to other country also. And when your country is going up, somebody will it falls it down, and that's always been happened to every nation, especially when Russia is getting hype, like especially their economy and everything, another country will turn it down. It is the happiness of the enemies of the Russia that the Russian nation is a warrior, not a murderer, otherwise they would have destroyed the peoples who went to war against Russia. My God. Always been like there are people will turn to Russia, will bad news about Russia, but Russia now is getting like higher up and their economy is growing. Oh my God, this is such an amazing video. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag Reacting, stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here, and if you have some suggestion and comments guys, drop it on my social media account, so my Facebook and to my Instagram also. Thank you so much, perfect and spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye and mabuhay po tayong lahat. God bless and see you in my next video reaction.